Это было на заре третьей эры человечества. Десятилетия спустя, после земляно-минбарской войны. Проект «Вавилон» был мечтой, обретшей форму. Его целью было предотвратить следующую войну, создав место, где люди и инопланетные расы могли бы мирно улаживать свои разногласия. Порт захода, дом вдали от дома для дипломатов, мошенников, предпринимателей и странников, среди 2,5 миллионов тонн металла, отделяющих от космической тьмы. Здесь может быть опасно, но это наша последняя и лучшая надежда на мир. Наш рассказ о последней из станций Вавилона. Год 2258. Место действия — Вавилон 5.